друзья, дорога Азов-Старовинская. И вот по краям лежит строительный материал. Это, наверное, азовская компания. Ну или какая здесь строит. Вот они используют такой строительный материал. Ну везде как бы песок используют, гравий. Здесь нет. Нет, прибегают к новым технологиям. Начинают землю использовать активно. А потом дорога просядет через полгода. Но это будет уже совсем другая история. Короче, делают эту дорогу сейчас. Им сказали, ну, как по таким слухам, что платник не разрешат сделать в другом месте, пока вот объездную не сделают бесплатную. Ну и мы видим, дорогие автомобилисты, какую нам готовят объездную дорогу. Вот еще строительный материал лежит. Кучи, кучи. Ну а что будет через полгода? Нетрудно догадаться. Но это будет другая история. Платничек уже будет запущен.